Всем привет, дорогие друзья, с вами Промикс, и у нас стелс-миссия с Ханом Соло. Мы снова их наняли для того, чтобы помочь нам, и Хан Соло, конечно, запросил двойную цену за свои услуги, но тем не менее. Мы будем продвигаться в имперской базе пешком. Наша задача — найти чертежи, которые империя отобрала у Мон Каламари. Если мы восстановим эти чертежи, мы сможем назад вернуть эти крейсера и сможем их разрабатывать и все дела. И мы должны просто вот на стелсе и все здорово сделать. Почему я знал, что она нас об этом попросит? Я знаю, что здесь слишком жарко. Попробуй не дышать слишком много. Ау, че? Все нормально. Окей. Видимо, мы приземлились. Похоже, здесь все чисто. Мы в центре имперского города. Как мы найдем вообще чертежи? Видимо, это область, где они хранят всякие вещи. Это наша лучшая зацепка. Слушай, у меня плохое предчувствие об этом. А у нас нет шансов проникнуть туда с этими включенными турболазерами, так что давай поаккуратней. Это вообще работа не оплачивается никакими деньгами, она бесценна. Давай уничтожим этих пехотинцев. Ну, собственно, это будет сложно. Ну, прям-таки сложно, но пойдем, кстати, сюда. Здорово. Знаете, прям как в старые добрые дни, когда я одним отрядом Дельта захватывал планеты. Тут мне нужно то же самое сделать, только одним Ханом Соло из Чуи. Ну, собственно... Нам нужно уничтожить вот эти турели, прежде чем мы продвинемся. Ну, собственно, по лору, что в фильме Хана Соло, который просто называется «Соло из Star Wars Story», там сказано, что Соло устраивался на Карелии, и там проходил обучение имперское, как в то время как здесь указано, что он проходил обучение на Кариде. Это на самом деле не шибко-то важно, но... Знаете, как у многих вселенных по Человеку-пауку, то же самое фигня, кому больше что нравится, тот что и выбирает. Собственно, что еще? Ну да, не шибко важно, где он проходил обучение, важно, что сам факт того, что он бывший имперский офицер, сохранился. Ну, собственно, продвигаемся потихоньку, вместе идем. И это надо успеть еще. И Хан Соло, и Чубака должны выжить, так что нам надо как-то проникнуть. Черт возьми. Нет, не получилось. Блин, ну что ты будешь делать? А как мне сделать так, чтобы они меня не убивали так сильно? Видимо, мне надо Чубака сначала послать туда. Погнали. Да-да, я не хочу это смотреть каждый раз. Кстати, кто это озвучивал? Это же не сам Харрисон Форд, правильно? Ну, вообще похоже на него, но... Я посмотрю в титрах. Как мы найдем схематики?
Я знаю, поехали. Окей, давайте будем сохраняться. У нас не получится все сделать прям за один заход. У них там полно сейберов еще, которые могут нас на изи уничтожить. Поехали, здесь сохранимся сначала. Да, это будет сложно. Но у Чуи есть совсем, кстати, хорошая способность, которая проявит себя немного позже. Она нам очень сильно поможет. А, быстрее, господи. Что там такого? Ну? Да, господи, ты же не серьезно. Это капец как долго. Ладно, поехали. Чё так долго вы уничтожаете? Собственно, не знаю, зачем я уничтожаю бараки, это не обязательно, но я просто хочу на самом деле все уничтожить здесь, как такой челлендж. Зачистить весь город, если удастся. Как я их уничтожу? М? Так, это все, да? Окей. Воу, серьезно? Че, это твое? Пошли. Отлично. Засейвимся. Здорово. А че он сюда... Че он тут забыл? Этот AT-ST. Он просто так погулять сюда пришел? Это было неожиданно вообще. Я просто ни разу такого не встречал еще. Ну блин, это шибко круто. Что ж так долго? Отлично. Поехали. Этого не должно было происходить, на самом деле. Здорово. Да еще это. Здорово, идем дальше. Так, надо пройти. Окей, отлично. Проходим сюда тогда. Оу, серьезно? Не, в смысле, где Чуи? Че он там застрял? Уйди оттуда. Я не знаю, уничтожает ли Чуи, когда он... Ладно, мы сюда подходим и лечимся. А, мы не сможем, потому что мы не можем строить турели другие. Это жалко. Но я попробую все равно зачистить город другим каким-нибудь способом. Знаешь, что, Чуи? Думаю, тебе все равно придется туда пойти. И опробовать это. Эти AT-ST могут быть проблемой, но я так не думаю.
Let's go. Come on. Let's go. Окей, минус. Что здесь у нас? Ха. Ну да, такое себе. Это не вот эти вот. Окей, ладно, пойдем. Оно вообще-то маленькое. Я сомневаюсь, что они рассчитывали, что вуки будут этим управлять. Пойдем, пойдем, пойдем отсюда. Иди лечись. Иди сюда. Да нет! Да нет, ну как? Вот на! Нет, дайте мне залодить. Не дают лодить. Не, в смысле? Давайте тогда вот так вот. Черт! Жестко, ну. Я думаю, я обойду по-другому тогда. Че об этом сразу не подумал? С другой стороны же можно войти. Почему мне загрузиться не дают? Это слишком жестоко. Ну? Да какого черта так долго? Фух. Бомбить начинает. А, ладно. Ты серьезно? Ладно. Это жестоко. Иди сюда. Take it easy. Going in closer. That looks pretty good. Hey, they're in range. I'll fix them real good. Так, теперь давай сюда иди. Going in closer. That looks pretty good. Hey, Chewie. One of those time maulers may come in handy. Why don't you go borrow it? Constructing. Так, я думаю, на самом деле можно выходить отсюда. Окей, здорово. Чуй. Сохраняемся сначала. Блин, опять ждать. Ну, что ты будешь делать? Ну просто вот что делать? Хрен знает, что делать, серьезно. Больно. Слушайте, ну блин, какого черта? Вот я вот записываю, да, ну вот. Вы можете кто-то там сказать, ну, ты смонтируй там. Ну, блин, я хочу показывать все, что происходит в этой игре. И как она работала. Ну, она работала побыстрее раньше. Потому что она не очень хорошо дружит с новыми компьютерами, видимо. Я так это думаю. А, погнали. Those ATSTs will be a problem unless we find something more powerful to use on them. Пошли отсюда. А, удирай оттуда. Ой, лол, я мог в прошлый раз вот это заюзать. Да ладно. Ну ничего страшного.
Нам пойдем, я думаю. Здорово. Да ты не попал? Серьезно? Ты так умеешь? Отлично. Блин, Чуи просто уничтожает всех. Бам. Не, только не уничтожайте. Почему такое дно? Что нам делать теперь? Блин. Ну, придумал, конечно. Антиинфантри. Окей, ладно. Ладно, пойдем. Ты знаешь, что нам сделать. Чуи, давай! Чуи! Мать твою, Чуи, какого черта? Ладно, мы так попробуем справиться. Конечно, это жестко, но... Так, мы там всех убили. Окей, ладно. Опять тогда здесь засейвимся. Нет, засейвимся попозже чуть-чуть. Давай, 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 давай. Construction complete. Думаю, мне больше не надо эта фигня, я хочу ее уничтожить. Good. I hate sneaking around. Don't worry. Все. Собственно, первая половина города зачищена. А, я не то хотел. Блин. А что за фигня? Да, вот так вот. Я не знаю, зачем вообще нужна вот эта вот сенсорная фигня. Она, по-моему, бесполезна просто. Я ей ни разу даже не пользовался. А, погнали. Сохранимся. Господи, ну вот все бы хорошо, но вот сохранение очень долго. Еще мне не дали Корулак захватить и не дадут Кариду захватить. Я думаю, нет, нам откроются все планеты. Я не думаю, что нам все планеты откроются. Это бесполезно, потому что компания вроде не идет на всю галактику, как у Империи, например. А, погнали дальше. Пока там никого нет. Хотя в смысле там никого нет. Ага. Я думаю, мы уйдем отсюда. Нет, нет, нет. Ну что и тут останется? Уйди оттуда нахрен, твою мать. Фух, я могу загрузиться. Отлично. Тогда надо вот здесь вот получается, вот как-то отсюда попробовать забежать туда и уничтожить их там. Он еще и загружается долго. Ты шутишь? Не, нормально он загружается. Ладно, пойдем. There she is. Take that power generator offline and we'll be able to walk right past those turbo laser turrets.
Убираемся отсюда. Ходим, говорю. Почему они за нами не идут? Это странно. Так, вообще, по идее, давайте мы сначала вот здесь вот все зарулим. А, они такие, а, к черту их. Действительно, я бы так же подумал. Окей, здорово. Точнее, конечно, бездарно просрали эти. Вообще за такое задание, конечно, Альянс должен был как бы оплатить долг Джабахату просто. Почему об этом Хан Соло не попросил, я хз. Не, залезай туда. Здорово. Теперь иди туда. Не, так не получилось. Что нам делать? Серьезно, что нам делать? Я без понятия. Что нам делать? Уйди оттуда. Блин, чуй. Тебе придется тогда идти туда опять. Что делать? Не, может, конечно, попробовать пробежать это все по-быстрому. Давай. Все, хорошо. Единственное, что мне не нравится, что... Тут, блин, турель нет никаких. Ладно, ничего, не важно. Так, ладно. С этой хренью мы не справимся, видимо. Турели бы тут какие-нибудь. Но, видимо, не судьба. Тут нет ничего. Наконец-то! Наконец-то, вроде мы нашли то, что мы искали. Оу, танки пришли. Да ладно. Да, они шутят. Но все равно все уничтожаем. Why not? Не-не-не-не-не, Соло. Уходи оттуда. Да уходи, говорю. Иди нахер. Блин, почему так долго? Пипец, просто посмотрите на это. Так долго?
Не знаю, мы все равно не очень. Так, нас окружили. Ну и, собственно, их обоих убили. Изи. Нет! Нет! Блин, я забыл! Загрузиться. Теперь меня ждать. Фу. Что за дерьмо? Как нам быть вообще? С этими турелями? Хрен знает, что с ними делать, серьезно. Где мы вообще оставили наших героев? Ну дай бог, сейчас получится все. Ладно, продвигаемся. Take that power generator offline, and we'll be able to walk right past those turbo laser turrets. Concentrating firepower. I'm in this for the money. Okay, нормально. Constructing. У меня есть одна мысль, что мы можем сделать. То взять соло. Получается, мы не сможем зачистить весь город. Это будет сложно слишком из-за этих турелей. Ну слушайте, мы же повстанцы. Ну они нет. Они пока еще не шибко лояльны к нам. Не знаю, у нас не получится, наверное. Давайте попробуем. Получается, опять нужно подождать, естественно. Как же иначе? Как же, блин, иначе? Давайте ждать полчаса еще. Сколько он там... Допустим, уже 10 секунд прошло, например. Фух. 15 секунд прошло. 25 секунд он сохраняется. Но это слишком жестко. Давай, 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 чуй. Нет, чуй не сможет. Ну ладно, хотя бы так. Уходим. Ладно, неважно. Да ну охренеть. А, эта хрень очень хочет, чтобы я ее забрал, видимо. Окей, работаем. Все, здорово. Потрясающе. Сможем зачистить весь город. Окей. Пошли. А, кстати, да. Я уйду, ладно? Пока. Я уйду, говорю. Да, слушай. Да послушай меня. Ладно, он хочет так, чтобы Чуй его уничтожил.
то я его уничтожу. Все, пойдем. Я сначала пойдем сюда. Все, отлично. Мы справились, можно сказать. Но вот эту хрень я не могу зачистить. А хз, что это? Иконка прямо как у генератора мощности, но... Потом. Потом возьмет, если нужно будет. Мы так неплохо справляемся. Блин, вот реально, лучше бы эти танки что-нибудь делали. И они почему-то очень слабые. Видимо, знаете, какой-то баф есть у них. И дебаф у моих войск. Да, сейчас мы заберем шаттлы все. Ну не все шаттлы, а тот, который нам нужен. Так, там пришли ребята. Ну совсем хорошие. Нам пора удирать, видимо. Я думаю, мы вас вырубим. Пока. Я все равно вас уничтожу, я вернусь. Не забудьте меня там. Ага. Не надо все, идите сюда теперь. Здорово. Что там еще? Оу, они построили вещь. Мы с ней справимся сейчас. Нет, мы с ней пока не справимся. Пойдем. А вот теперь справимся. Шли. А, и там есть. Шли сюда сначала. О, черт, они и тут поставили. Зачем? Что за фигня? Зачем они все поставили там? Это ж глупо. Я ж там не буду ходить. Ну, по идее, я-то ненормальный, мне можно. Давайте сначала вот эту... Нет, давайте сначала вот эту уничтожим. Все, нормально. Иди сюда. Давай. Окей, просто все, свободно. Можем удирать. Весь город зачищен, собственно. Вот просто весь. Посмотрите на эту красоту. Да, такие вот дела. Блин, ну чё, рот открыт? Что? Зачем?
Блин, а было бы прикольно, если бы реально была бы такая эмиссия от первого лица, знаете, вообще. Так нуарно, под дождик. Но, видимо, не судьба. Окей, к черту это восстание после этого. Че, просто вот все, вылетаем отсюда. Я бы так же поступил. Чего? Карулак? И мы не можем ничего сделать. О, у нас открылось просто все. Вы посмотрите на эту красоту. Ну охренеть. У нас дроиды есть где-то. А где? Да. Да, такая жесть. Поехали на Карулак. Посмотрим, что мы там сделать можем. Почему там просто бегин? Почему мы тут? А, нет, мы не тут. Какого черта? Что происходит? А, у них там сматы. Давайте-ка мы их уничтожим. Окей, ладно. Неважно. Нам нужно уничтожить сматы. Где у них может быть еще генератор щита, интересно? Окей. Не обращаем на них внимания. Так, эти ребята, с этими мы не справимся. Так, ладно, давайте-ка мы, пожалуй, высадим. У них тут есть опять эта херня, блин. Что мы будем делать с ней? Где мы ее найдем? Как насчет? Блин, они почти уничтожили. Давайте побыстрее. Отлично, побыстрее, блин. Они надоедают. Что мы нашли у них? Окей, здорово. Блин, вот это плохо. Где эта херня? На, держи. Не-не-не-не-не, не то. Блин, мать твою. Это плохо. Это очень плохо. Ну ты охренел, что ли? Это жестко уже, слишком. Не, они нас задавили. Что мы сделаем? Да как ты счет отстань, например? Блин, ну что это за фигня вообще? Не, нас зажали, мы ничего не сможем сделать. Единственное, что мы можем сделать, то удрать отсюда к черту. Нет, не сможем. Знаете что, к черту? Я больше не буду
как делать. Потому что игра отлагала. Окей, все, мы кончены. Отдайте нам нашу зарплату, и мы сваливаем. The Alliance would be happy to discuss the possibility of a longer-term relationship, if you'd like further work. No more discussions. Every time I listen to you for more than a minute, Chewie and I end up risking our necks. No thanks. We're getting as far away from you as possible. Все, никаких больше обсуждений. Каждый раз, когда я вас слушаю больше, чем минуту, я рискую, что нас убьют к черту. Мы выиграли. Окей, здорово. Destination received. Construction complete. Ну, они успеют за это время построить там станцию. Нет, не успели. Captain Antilles was piloting that ship, and I can only assume the worst. He was a true hero, and will be missed. Собственно, убили капитана Антилеса. Понятное дело. Constructing. Ну что, теперь игра по-крупному начинается. Vehicle in production. Constructing unit. Я серьезно. The Mon Calamari have thrown off Imperial control and attacked the Empire's fleets orbiting above them. They have pledged their assistance to us and are using the schematics we recovered to rebuild their fleets. True to form, the Empire has wasted no time in assembling a fleet to retake the planet. If they were to reach Mon Calamari, the devastation to the planet would be catastrophic. We have informants in place to alert us when the fleet gets underway. We must not waste a moment in preparing for this assault. Угу. Мы должны уничтожить флот, который сейчас будет летать. Собственно, не будем терять времени. Я думаю, они будут где-то. Reporting. Ну, например, где-то на Карелию нападут, я думаю. Но я не уверен, на самом деле. Они могут и на Альдеран напасть. Но если что, мы будем готовы. В смысле? Что там? Я понял. Нам нужно оборонять Мон Каламари. Мы выиграли. С большими потерями. Как насчет напасть на круссант? То самоубийственная миссия, но они ничего не смогут сделать, если мы так поступим. О, глейсеры, кайф! Но мы их не увидим, видимо, в битве, потому что я не буду больше сам вести эти бои. Чей кайф. Сюда давай. Нет, тут, пожалуйста, не надо заново лагать. Я тебя умоляю. Все, у нас вся галактика открыта. Кроме Биса. Почему? Почему? Reporting. Что с Бисом не так? Куда? This fleet is one of the largest the Empire has ever assembled for such a singular purpose. Concentrate your defense efforts along the hyperspace routes to Mon Calamari. Do whatever it takes to stop the fleet. Ну, мы сделаем все, что надо. Только скажите, куда он отправляется. Я потому что не знаю. Я не вижу. Я не понимаю. Четыре Мон Каламари. 15... Кстати, вот эти вот осадные фрегаты, которых у нас 15 штук, они тоже производятся в Мон Каламари, но почему-то их в Мон Каламари смогли произвести, а вот большие крейсеры нет. Не уловочка. Не вяжется как-то. Ну и чё, куда они нападают? У нас есть еще акрылы. Потрясающе.
Может, я сам на Корусант нападу? Да, на Карелию. Ну, здорово. А, ну нам нужно будет эту битву провести. Окей, ладно. Давай проведем. Вообще на изи. Enemy ships have appeared on our scanners. We must protect Mon Mothma at all costs. А Мон Мотма на этом корабле, да? Окей, понял. Где там у нас наши ребята? Тогда нам надо сначала Тартана уничтожить. Но мы впервые обороняемся за две компании в космосе. Как ни странно. Что? Какие вот дела? Так, мы едем. Ну, хорошо. Отлично. Так, Мон Мотма, уходи оттуда нахрен. Ты мне нужна. Если она сможет уйти. Уходи оттуда. Окей, минус Пьет. Так, только ты тут сиди. Окей, здорово. Мы справились. Это была самая легкая битва, которая у нас была за всю эту кампанию. Ну, быстро мы ее уничтожили. Только на нерку. Ну что, изи? Слишком изи. Есть что получше предложить мне? Еще один флот на Карелию? Ты что, шутишь? Он шутит. Серьезно? Вот шутник. Так. Окей. Да что за фигня? А, окей. Это все? Здорово. Молодцы, ребят. Подготовились прям вообще. Я ору. Блин, я не могу. Виктория закрыла его. Так, мы сейчас потеряем еще дом один. Будет обидно.
Окей. Что ты там забыл? Мне бы лучше дом один понерфили. Он прям какой-то очень жесткий. Ну и все. Кек, шмек, пелепек, чебурек, лол, кек. Это все? Right away. Я надеюсь, нет. Все? Ты серьезно? Это не может быть серьезно. Our victory over the Empire's fleet is cause for celebration, but I find it disturbing that they appear almost unconcerned with the loss of ships and personnel. Им все равно уже. They no longer need Им ships. Уже не нужны корабли. I fear that the Alliance and all those that cherish freedom in the galaxy are in danger. Угу. А, такие дела. Собственно, ребят, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. На этом все. Мы с вами нормально так поработали. Да, то есть вот мы уже близко к концу, в отличие от того, что мы имели серии, я не знаю, 2-3 назад. Ну, в общем-то, да. До скорых встреч!